Кольпань, кольпань, то с тебе вирашне. Мартвіше юж от тигодня, так нема. Зембу не миєш, колегу втёж б'єш. О, дюре маш, ви найновших сподня. Не стань. Ніх ще не б'є, то зе мне вирашне. Грушки на б'єзге, чи шлівки на сонне. Ніх ще не б'є, і ніх ще не дов'є. Польская телевизия представляет фильм серы «Тюхтя, что ты за створение?» «Порятунок для снеговиков». Люблю зиму. Еще один день будем ляпить снеговиков и кататься на санках. Ой, что это? Кто здесь скрыл моего снеговика? Подозрённая справа. И весь снег зник. Не переживай, я найду этого злодея. Я ж Тюхтя. Я на вас догадываюсь, чья это справа. Хваля теплого поветра провела до раптовного потепления. Ты мелся шукать выкрадальника у снеговика, а сам глядишь телевизор. Але зима еще ненадолго вернется. Уже сегодня ночью чекается снегопад да заморозки. Будет тебе снеговик, и никто его больше не скраде. Это мусить подвести. Зорки из неба для забавы. Добрая тюхтевая работа. Я ведал, что мусить отрыматься. Я замерз, как лядяш, але зараз согреюся. Ведаешь, что знищил твоего снеговика? Вясна, але гэтым снеговикам ничего не страшно. Тюхтя, что ты робишь? Навошта ты его несешь у подвал? Ты ж хочешь, каб ён дожил до наступной зимы? Ты звар'ячеў. Ты добра себе отчуваешь? Ты б лепш мне допомогла замест балбатать. Профессор, я мушу яму позвонить. Алло, профессор Чикавский, Калилеска, приезжайте худшей, Тюхтя зарабил стадо снеговиков, и теперь носите их у подвал. Так, зварячел. И сюда, профессор, сюда. Пробатель, у меня нема часу, зараз знову потеплее. И так весь день. Это просто весенняя стома. Сюрприз для снеговика. Тюхтя, ну ты Тюхтя. Ла-ла-ла-ла-ла.
Ha 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 ha.